Ой, привет, здорово. Короче, что сказать-то? Нашли мы одну иголку, да еще в таком стогу сена, в базаре Алибашевском. В общем, на базаре мы свой фильтровать не собираемся, а посмотрим, что там люди вообще, чем живут, что делают, что хотят. Короче, с вами я и мой технолог Роман. Сегодня все магазины будут подвергнуты экспертизе жесткой. Вот так-то трепещит народ приезжий. Да, антисептик. Вперед. Что торгуете-то чем? Людьми? Пизду. Экспертное мнение нужно ваше срочно. Мы первый раз здесь. А это... На экскурсию. А вообще вопрос о жизни-то как раз. На 23 февраля мужчине лучший подарок это какой? Какой? Короче, кусок мяса. И бутылочка. Спасибо. О, молодец какой. Что, работаем? Зеленая лавка 72. 72 в конце, чтобы было понятно, в каком регионе это находится. Мы же непонятно, в каком регионе находимся. Здравствуйте. Ну-ка, рассказывайте, что как бизнес? Супер бизнес. Аккуратней с ножом-то. Проведена проверка по зелени. Зелень попробовал и все. Сказать, что я обалдел? Я обалдел. На самом деле-то не только мат-то двухэтажный бывает, а базар-то тоже двухэтажный. Вот, смотрите, уже по второму этажу прием, и прям, смотрите, уже и на съемки попали, она меня кого хоть на Симонс снимает. Расскажите, что за мероприятие тут? Я съела бургер и купила камень вот для денег. Деньги хочу. Камень для денег? Для денег. А может, вам работа принесет бабла больше, чем этот камень? Работа какая работа? Уйди, ну, Федота. О, какую тетку-то занесло, посмотрите на мероприятие. Где жратва там райская? Здравствуйте. Как настроение-то у вас? Расскажите. О, жарко аж стало от вас. Не настигать тогда? Ну, не так сильно. Понял. Ну, я так-то парень настойчивый. Ладно, все, иди ты нахуй. Пойдемте. Что купили? Показывайте. А, вот что мы купили. Ой, это просто вам то, что вот... На что хватило? Со стола смели то, что все. Так пошло, что на сибирской-то земле татары-то распоясались. Но распоясались до такой степени, что уже и шмотки тут свои продают. Давайте познакомимся, пойдемте. Пока приценимся, типа скажем, что просто смотрим. Моя мама блогер, моя мама було. Так с матерью-то нельзя. Блоха. Мать моя блоха. Что продаете, рассказывайте. Детскую одежду. Детскую одежду? Что, это новое? Короче, чего только нет на этой ярмарке. Вот думал, что значков нет. И значки есть. Здравствуйте. Жопа-то есть какая-нибудь? Какая? Ну, жопа. Знак жопы есть? Знак. Нет, задницы у нас нет. Украшение-то откуда? С Нахаловки поди? Да нет, с Южной Кореи. С Южной Кореи? Да. И что, золото настоящее поди? Нет. Спасибо. Спасибо за честность. Чего, купил уже что-то? Вот шапочку. Своровал. Это себе взял-то? А, нет, подружкам. Правильно, в ней бы ты глупо выглядел бы, конечно. Ты представь, такая красивая обнаженную модель в одной такой шляпке. Так в такую шапку она вся поместится, не будет обнажённо-то. Нет, задницы у нас нет. Здравствуйте, тяжелая работа-то у вас, поди, в гардеробе-то работать. Кого хоть девка делает вид, что это, типа, просто так гулять с нами? Со второго-то этажа на первый бегать за нами. Ну ладно, что, пусть попиарится. Хай пожорится она. Вот. Ну, уродка, конечно. Здорово, пацаны! Что за движуха? Здорово. Руки мыл, обрабатывал. Рассказывайте, чем торгуете? Привезли самый теплый мерч, который согреет Тюмень. Мы из Ямала. Приехали с Ноябрьска. Собственно, все. Ну, с таким-то голосом, конечно. Можно продавать. Он твой и мой город молодой, рожденный небом и землей. Понял, тяжелая да. Работа у тебя, брат. Да. Никогда не думал, что с первого взгляда-то меня какая-то баба прям из крутого мне зажжет. Посмотри-ка на нее, как хорошенько. Я сразу прижмусь к ней, да и все. Просто сразу прижмусь. Здравствуйте, извините, что портим. Так, расскажите, чем торгуете? Серебро у нас для красивых девочек. Конечно, от шамаханской царицы специально, да? Поцелуемся? Рассказывайте, где ходили? Ну, магазин. Чё купили-то? Ну, ничего не купили.
Ничего на этом мероприятии-то не увидел, ни кукурузы там, ни чебуреков, ни раков. Зато, о, чурчхелу увидал. Берется орех и макается в сок. Все? Какая-то торгашка-то нам досталась настойчиво. Говорит, кукурузы как нет. Вот, говорит, у меня кукуруза. Расскажите, по какой цене у Синемы Парка скупаете примерно? Мы производим все сами. У нас авторские вкусы, 12 вкусов. Вы говорите авторский вкус, ну, то есть, допустим, соль, да? Но соль же до вас придумали, получается. Но у нас авторская рецептура. Поэтому... А что авторского в ней? Мы используем морскую соль. Необычно. Необычно, необычно. Да, нет. Стрит-рейсер это или паркурщик? Сейчас выясним. Кто вы? Стрип-рейсер. Стрип. Смотри, девок забавлят сидит, типа, одет, там сумка у него, да? В сумке-то что, приколы? Что, хоть волосы-то так красиво поправляете, с ума сойти можно. Чего взяли так мало-то? Я еще только начала. Ну, расскажите, что, куда потом пойдете? Не знаю, по кругу. Спасибо. Поучаствовать бы. Настроение прекрасное. Вообще, вот ничего не хочется говорить, только подкатывать кому охота. Правда? Да. Ну ладно. Ну пойду, ладно уж, что, не светит раз. Все, что может в жернова попасть, попадает в эту банку. Здравствуйте. Натуральные ореховые пасты, тюменское производство, все без сахара и консервантов. Смотрите внимательно, сказали без сахара. А сладкое? Где-то обман. Здравствуйте, кушайте, пожалуйста. Спасибо большое. Не отравите? Отравлю, конечно. Отлично. Каждые выходные люблю отравляться. Я проверяю все яды только на себе исключительно. Никаких ядов. Давайте еще. Решите украсть у вас времени и денег. Разрешаю. Вот все, вот такого воровства. В преддверии праздника не могу вам разрешить. Вот, что купили? Ничего, пока все пробую. Нормально, так можно и не покупать ничего. Ну, можно, но не нужно. Мы же пришли за подарками своим любимым мужчинам. Так, а какой тогда самый хороший подарок на 23 февраля? Телевизор сказал, наушники беспроводные. А на 8 марта что хотите? Я же девочка. Нужно, чтобы вы догадались. Нет, я напишу записочку тайную и везде разложу по всему дому. Здравствуйте, расскажите, что творите-то тут, мужики? Малайзийская кухня, Вьетнам, Таиланд. Точно скажу. Все блюда из Таиланда – это заебись. Только расскажите нам, совет ваш нужен срочно. Можно его? Как раз таки на 23 февраля идеальный подарок для мужчины-то какой? Молчание, согласен. Ой, это что, единственные жиры на этом мероприятии? Сеньор Джованни, хорошая стоматология, хотел сказать. Хорошая сыроварня. Да, еще и внизу есть место. Еще у нас 8 точек по городу. Еще мы в Кристалле и в Гудвине решили захватить этот город. Жадная девка-то, жадная. Снимам. Итак, мы наблюдаем наглое вмешательство в репортаж. Смотрите, третий раз уже девка в кадр попадает. Думает, что мы за ней не наблюдаем. Ну, сука, посмотри на нее. Везде хочет подписчиков урвать. Пойдем спросим, что она купила-то. Иди сюда. Я ничего не купила. Бабок нет, потому что... Да, за рекламу не предлагают. Думаю, не буду ничего брать. О, неоновые выставки. Сок свежевыжатый где-нибудь купить можно? Тебе, может, свежевыжать, блядь, его еще? Пакетированный-то чем не устраивает? Ну, я богатая. Ой, извините, у меня тут на лице место освободилось. Присаживайтесь. Расскажите, пожалуйста, так, давайте, все убегают что-то, а вы сделали вид, как будто нас не замечаете. Вот так вот, как быть униженным двумя пожилыми людьми, вот так. Добрый день, здравствуйте, расскажите, что купили. Вот, понятно, от налоговой скрываетесь, так и скажите. Ну-ка, расскажите, что они купили. Кто? Вот сейчас посетители приходили. Туфельки голубые. А вот, поняли, все, мы все узнали. Мужику туфельки купили, блин. Капец. Здравствуйте, тормозите. Поверье такое, в каком магазине поймаешь, что на 8 марта и подарят? Так, расскажите, на 23 февраля идеальный подарок для мужчины какой? Хотела сказать, если для взрослых 18+, самый лучший подарок, ну, наверное, кофе в постели и... И выпить его как следует-то, ага. Да. До зерен, да. До свидания. Здрасте, это выжжено, да, у вас все? Это лазерная резка. Смотрите, это лазерная резка, я все знаю.
Самое важное, как это приготовлено. Когда лазер резал, за ним бегали коты. Главное удостовериться, что сейчас лазер не режет. Просто прикладываете руку. Нет, ничего не режет. Экспертизу. Экспертиза пройдена. Это экспертное мое мнение. И оно заебись. Здравствуйте. Расскажите, что происходит у вас тут на базаре-то? Не воруют? Нет, люди хорошие в Тюмени. Конечно. У нас тут за это руки отрезает мор. Что планируете? Продать все. Все, вот так все и продаете вечно. Все, спасибо, до свидания. Так, на 23 февраля мужчине что лучше подарок, то какой надо подарить? Ну, я купила шампанское, колбасу и сыр. Прекрасно, приятного аппетита. А чего уже, спешите домой, скорее колбаску навернуть. Да. Правильно, правильно. Иди нахуй. Насколько стоит тосок твой? Дорого. Потому что ты богатая? Да. Посмотрите, в данный момент человек забивает на свою работу. Мы делаем надписи на кольцах и на браслетах. Можем сделать любую надпись здесь буквально за полчаса. Проверочка такая. А маты можно у вас набить? Можно набить все что угодно. Маты по предоплате. Ну, заебись. Добрый день, здравствуйте. Че просто так ходите-то? Расскажите, как дела у вас? Понял, понял. Херовый герой. Прямо сейчас две очень зрелые, но сексуальные до сих пор женщины. Здравствуйте, здравствуйте. Я любил тебя. А ты уехала. Ну, это бы несостоявшаяся бывшая. Рассадник домашнего насилия. Так, расскажите, откуда у вас сковороды-то? Россия, Тверь. Россия, Тверь? Еще не определились? Нет, город Тверь. Что особенного в ваших сковородах-то? Никогда ничего не пригорает. Никогда? Никогда. Даже очко? Наверное. Вы совершаете глупость. Зачем вас украшать, если вы уже прекрасны? Еще лучше будет. Еще все понял. Подарок на 23 февраля выбрали? Нет, мы к 8 марта себе выбираем. Феминистки, что ли? Понял? Понял. Уходим. Ой, это настоящий? Да. Боже мой, я всегда думала, как же он выглядит. Ой, я торгую изделиями из натуральной кожи, сделанными своими собственными руками. Сделаны своей собственной кожи. Ну что говорить-то, все, базар-то надо этот заканчивать, а этот продолжать работать. Иголка Маркет, канал Чичи-Гага, подписывайтесь. Все настоящее у вас, не с нахаловки? Серебро у нас настоящее, 925-й пробы из Израиля.